Вот мы сходили, переоделись, и сейчас хотим посмотреть, как вот эти мальчики поплывут на своих досках. Вот они только что подошли к берегу, привязали себе вот эту доску к ноге. Там специальная веревочка есть. И сейчас поплывут. Руки уже чуть-чуть пощипывает от соленой воды. Вон тут этих птичек полно маленьких. Вон на велике, смотрите, не едет. Вон они кричат. Мне вот тут так песок понравился. Сейчас. Вот он. Это мы уже тут прошлись. Он такой он сухой, высохший, очень-очень белый. И вот я не знаю, я его с тальком сравнила. То есть он такой приятный на ощупь. Он прямо, он очень сухой и нежный такой вообще. Настолько мелкий, что вот он даже не похож на песок, а как тальк какой-то. И так еще наступаешь на него, и он скрипит. Прям скрипит под ногами. С чем же его еще сравнить там? Не знаю, с мукой. Что-то такое знакомое. Наверное, все-таки тальк. Такой прямо вообще скрипучий. Как снег. Сейчас солнышко скрылось. А, сейчас. А на солнце он вообще был белоснежный просто. Хорошая это депилят, как, ой, как это называется-то? Пилинг. Хороший пилинг для ног. Вот мы поняли, что здесь можно заехать и проехаться здесь. Так что мы, наверное, все-таки сейчас возьмем машину, заплатим $5 и поедем вон туда. Вот ограничение скорости 10 миль в час. Вот за вот теми вот штуками парковаться нельзя, вот за этими палочками. Вот, только перед ними. А здесь можно ехать. Потому что тут уже люди загорают. Тут ехать нельзя. Чё, Дима, не плавают? Они не плавают, а остальные.
Они, наверное, еще только учатся. Они там это пытались стать, но один из них сразу падает. Ну что, пойдемте дальше? Что сейчас делаем? Еще давай чуть-чуть просто... зайдем в океан или еще поедем сразу на машине дальше? Я хочу окунуться? Почувствовать телом? Давай.